Здорово, товарищи! Сегодня у нас тема хороший бульон или ты хороший супчик. Тут у меня есть кост. Спросите вашего мясника, чтобы вам кост порубил на 3-4 части, чтобы могли дойти до костного мозга. Вариант. Возьмете легко масло или растительное, чего хотите. Смажете кастрюлю. Много не надо внутри жира есть, а просто, чтобы могла да получится очень хорошего корочка. Добавите все эти куски в кастрюлю и сразу все это ставите на плиту, чтобы хорошо обжарилось. Свободно включите самый-самый сильный вариант. Пока у нас кост, значит, жарится, вы возьмете несколько головки лука хорошо почищенного и обязательно одну непочищенную штучку. Эту непочищенную штучку, значит, сейчас ставим на плиту, чтобы получился такой черный цвет, который нам и потом даст золотистый цвет нашему бульону. Оставьте, пока оно все горит, возьмете лук, мелко его порежете. Лук не желаете, что больше лука бульон потом, когда развалится, будет более густой. Вы можете добавить и стебель петрушки, и стебель укропа. Это все хорошо развалится, даст такой прекрасный аромат. Можете, конечно, сразу его и да обжарите вместе с костями. Посмотрите примерно, как это должно выглядеть. Затем возьмите деревянную лопатку и потихоньку обжаривайте это все со всех сторон. Потом возьмем морковь. Просто до лабульона порежите крупными частями. Затем возьмете корень сельдерея. В бульон всегда можете да добавить кору. Это тоже как-то даст прекрасный аромат. Эту часть потом оставляете за какой-то соус или суп. Супчик хорошим получится, если порежем немного паприки. Изначально перво почистите картофель, затем го порежите, а потом ставите в воду, чтобы ушел лишний крахмал. Сейчас я уже чувствую, что там надо немножко промешать. Как можно да заметить, кроме костного мозга, то есть и достаточно жира, так что бульон получится то, что надо. Уберем картофель, уберем перец, это потом супчик будем делать. Зальем сюда воду, чтобы ушел крахмал. У нас уже кости обжарились, значит, свободно изначально добавляем лук, немного моркови, немного коры от сельдерея, чтобы получили хороший аромат. И сейчас все это промешаем. Нам сейчас остается залить это все холодной водой. Закрываем одной крышкой и оставляем где-то примерно на 2 часа. Привезем все сюда на доску. Когда уже кост оказывается такая голая, это уже значит, что у нас бульончик то, что надо. Все, сейчас мы уберем эти кости, процедим. У нас получился такой очень-очень концентрированный бульон, поэтому свободно добавьте немного воды. Потом, знаете что, у нас есть картошка, паприка. То все добавим в наш бульончик. Возьмем морковку. Дала витаминов, дала ароматов. У меня есть гречка, которую я промыл и просто положил в холодную воду. Сейчас мы добавим морковку. Немного молодой телятины. Кусок мяса, святое дело. Порежем мелкими кубиками. Обязательно это все посолите. Можете, конечно, мясо да заправить, я не знаю, у меня есть, например, сладкая паприка. Наше мясо добавим к нашему картофелю. За это время я приготовим немного зелени. Мелко-мелко порежем. Приготовим несколько зубов чеснока, дала аромата.
Добавлю и немного базилика вместе с петрушком. Возьмите один половник, пока все это варится, снимайте пену. Слободно, значит, мокрую гречку добавите. Hvala šajice od grečke, takoj fenomenalni aromat da vi eto sebi nemožno da predstavite. Čas mi su da dobavim nije mnogo soli. Приготовьте половину лимона, это очень важно, потому что костный мозг, жир от кости и так дальше, это немножко жирнее, а лимон он очень хорошо идет, когда блюдо какое-то жирненько. Храните свое здоровье, фигуру, добавите лимоновок сока. Можете добавить немного паприки сладкие. Чеснок, базилик, петрушку добавляем сюда. Наш супчик ставим. Очень хорошо и очень желательно, если бы супчик просто так закрыли и оставили на 10-15 минут, пусть настоится. Открываем. Все это наливаем в тарелку. Не покупаем никакие кубики. Мы готовим настоящую домашнюю пищу. 4 вида перца, серж, тв джем. Спасибо, до свидания.